Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десант Жека Игорь, и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы продолжим наши привет в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет! Здорово, дорогие друзья! Да, всем здорово, все уже в курсе, что нужно ставить лайки, если вы просите меня выпускать снайперов. Если вы хотите новую серию, то влепите прямо сейчас огромный палец вверх. Если мы наберем 25 тысяч лайков, то сразу же вы в следующей серии. Я прям вам слово даю, вот, поэтому лайкусик. А мы погнали, но сначала лайкусик, а потом погнали. Погнали, пацаны, сначала лайкусик. Погнали, давайте. Пошли. Да, я вас слушаю, Значит, Андрей еще фарш. Подожди, Игорь, как лев рычит, давай. Кого? Вот так вот. Да, вы это порычите, я вас пока буду выслеживать. Как бомжи кричат. А ну ладно. Это не смейся челлендж, Игорь. Это рубрика. Да, нормально, все нормально. Так. Игорь, мы должны отомстить ему, понимаешь? В смысле отомстить? За что отомстить? За все страдания, за все. Какие, мать ваши страдания? Все хорошее! Я морально нравственно страдаю. А вы не страдайте, пацаны. Я не виноват, что вы нубы, так что все, как бы. Ах так, ага. Оскорбление. Прямое оскорбление. Тут все фиксируется, все фиксируется, да. И что дальше, Мы на тебя напишем. Заявление богу Майнкрафта. Заявление об уходе, понимаете? По собственному желанию. Не надо, пацаны, я пошутил, пожалуйста, не надо. Я забираю свои слова обратно. Не надо, пожалуйста. Я увольняюсь, я не могу при таких условиях работать. А ты не работай, ты стреляй давай уже наконец-то! Ты думаешь, снайпер это не работа? Нет! Стреляй давай! Стреляй! Кто стрелял? Кто нафунял? Вы что делаете? Что происходит? Алло! Запрещают пердеть, блин, это вообще, как так вообще? А, то есть это ты передел? А что, мне нельзя пукнуть, я не могу? Нельзя? Не в Майнкрафте же? Максимум, чтоб туда пустить можно? Вот я именно его и пустил. Ага, что-то какой-то огромный шептун у тебя. Ты заколебал уже! У меня патроны закончились! А, ну все! Это ты типа проиграл или типа good game? Да. Нормально. Вы ненормальные. Кто-то может вылезет уже наконец-то. Что происходит? Слушайте, это все. Это было страшно, понимаете? Да вы понимаете, что я не могу вообще. Кто там разогнался? Я хотят прикончить. Что происходит? Он стреляет по мне. Кто? Он хочет меня убить! Кто? Эдисон, я. А, ну да, конечно, я! Откуда я стрелял вообще? Игорь, он в снайперской позиции. Он там где такие коричневые трубы, вот он там где-то. А где коричневые? Коричневые трубы? Да, они такие торчат из... Из жопы твоей. Потолка. Подождите, а где коричневые трубы? Какие коричневые трубы? Ну такие трубы коричневые. Коричневые трубы. С пимпочками наверху. С пимпочками. А, так это водонапорные башни. Трубы. Ну вот, короче, да, две штуки там стоят, вот оттуда. Дайте мне гранату! Дайте мне РПГ! Что ты там делаешь? Я знаю, что ты на балконе. У меня нет ни на ком балконе, что ты мне... Ну да, конечно. Оклеветал. Сам ты оклеветальщик. Оклеветал. Ты меня просто взял и оклеветал. Вот так взял. Клеветер. Я оклеветал! Собака! Собака! Как ты не хочешь умирать? Да как? Как? Объясни нахрен! Сраку этот нож нахрен! Я тоже потел очень много. Охренеть просто! Эдисон, я согласен, он очень лаганый, но... Выкиньте нахрен этот нож, пожалуйста! Я кого-то пытался из вас в этой самотохе выцепить и решить этот конфликт другим путем. Ну, Жека слишком быстро бегает. Ты должен понимать, да? Это называется этика записывающего человека. Сдавайся! Сдавайся! Где он есть, я не могу понять. Да вообще, этот Андреич охренел, да? Русыщен партизаныч, так сказать, да?
Да вы заколебали кругами ходить! Идиот, ну идиот, ну не... Я видел его, я за ним бежал! Вот идиот, да, я не допрыгну, блин! Как ты бежал так быстро, э? А вот я просто... Пиу, пиу! Пацаны, готовы? Готовы? Да! Правильно, кто-то выигрывает, сейчас мы играем без F5, для того, чтобы было все честнее. Новые правила, ребят, новые правила. Знаете почему? Потому что снайперы в реальной жизни, они не могут смотреть жопой. Вот именно. Я забыл патроны для переделки, ё-моё. Ооо, ну тут все, тут в принципе уже гэ-гэ, как я понимаю, да? Да, к сожалению. А что поделать? Гэ-гэ. Так. Я не знаю, что делать. Кто будет на F5, тот будет наказан. Сильно наказан. Понимаете? Не-не-не-не-не, F5 не юзаем. Жека, так что понял, слышал? Ну а как я могу вам доказать, если не записываю? Видите, он выбежал с окошка такой, ку-ку. Ну это без F5 было, посмотришь на моем ролике, если не веришь. Это вообще капец, это он лютый. Все это просто... Лютый кабздец. Это все замечательно! Игорь, ты мне должен воспалить срочно. Не надо никого ничего палить. Ну вон он, там, вон. Да, там? Ну, да, да не пали меня! Я понял. А, вот там? Вон он. Ты что, слепой? Вон он, да? Да вон он. Вон он. Вон он. А, вот он, да, он там сидел, а ты его... Нет, ну ты что, палишь и как бы хреново палишь на самом деле. Я обратно F5. 1-1-0. Какой один? Какой один? Ну, у меня один, у тебя один. А о чем речь вообще? У тебя тоже один? Да. Да что ты врешь? Так, Эдисон. Да что ты врешь? Ты вот тут давай без своих вот этих штучек. Каких? Вот этих. Да каких штучек? Тех самых. Так, нет. Короче, мы без F5 же, правильно? Да, мы без F5. Кто с F5, тот кокошонцы. Не забывайте. С этим я согласен. А, то есть ты с F5. В смысле? Все, ты спалился. Да, ты спалился. Ты спалился. Кокошонцы. Из Гондураса. Как курделик. Овняшка. Оконный навоз, я честно скажу. Так. Оконный навоз? Оконный, да. Из окна. На окне лежит, да? Да, да. Который Дед Мороз тебе на Новый год принесет. А вы не молчите. Опасная игра, опасная. Опасная, очень опасная игра. Что-то я бегаю без F5! Уже спалился раз 300, но никого не увидел. Это хорошо, потому что мы так перебегаем с точки, я уже полкарты оббежал. И сейчас вернулся обратно. Да, да, все замолчали, значит я уже спалился, ну понятно. Все понятно, все понятно. Нет, да. Эдисон, ты понимаешь, дело ну не да, будет. Ну да, конечно, конечно. Дело в том просто, что очень-очень страшно, когда вот по тебе стреляют. А-а-а! С одного удара! Как? Как? Это просто была мощь, атака, провокация. А что произошло? Он меня с одного удара убил с ножика! Короче, Жека, слушай мою версию. Я такой бегу, короче, на Эдисона. Я такой уворачиваюсь от пули, оббегаю, выпрыгиваю, такой хмас, ножика с одного раза. А где сердце находится в майнкрафтском персонаже? Да, кстати. Скажите, пожалуйста. Ну там, слева. А, слева. Справа, пей! Вы два дебила. 1-1-1! Вы два дебила, у нас серия полчаса будет длиться! Игорь, ты что? Вы серьезно? Ты сумасшедший, Игорь, да. Скажи мне. Зачем сделали такие высокие бордюры? 1-1-1! Три топора! Давно такого игрового не было. Три кола, а не три топора. А что сейчас поделать? 1-1-1 это что-то такое прям новенькое, я вам честно скажу. А как прям... выиграть вообще? А как сейчас решать проблемы? Все очень просто, Эдисон. Нужно просто как-то вот не знаю, непонятно. Нужно просто добавить однерочку, чтобы получилось 4 однерочки. Ага, 4 топора, да? Да. 4 кола. Пугают. Кто пугает? Кто пугает? Не пугайте. Кто пугает, Игорь, это ты его напугал, Игорь. Откуда велась стрельба, объясните мне. Да твою мать! Что происходит? Кто стреляет? Ебой! Кто откуда стрелял? Я не могу понять. Ебой! Я три раза стрельнул! Я так же по тебе... Сквозь него пролетают пульки. Пр-пр-пр-скр-п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 
Кирилля папа! Это вы видели это? Вы видели? Я точно наводил на него прицельчик. Такая же хрень с ножиком. А, все, аргументы кончились. 2-1-1, да? 1. Игра набирает оборот. 1-1-2. 2-1-1. 2-1-1. Игра набирает обороты. Кто и где? Кто и где? Кто и где? Вы где, пацаны? Давайте, выскакивайте. Я как бы уже все, я выскочу. Оказался. Ага, говнюк, я тебя видел. Это где? Давай! Говно, да как ты быстрый? Я просто быстрый, как пуля, резкий такой. Понятно, скорострел, все ясно. Это проблема, Жека, это проблема. Это вообще ужасно. Человеческого масштаба. Не, ну мне кажется, я единственное, тут вообще невозможно победить. Снайперы. Подожди, я как бы без F5 играю так же. Какая разница? Большая. Ты умеешь стрелять, а не умеешь стрелять. Тут как бы... Навести прицел и пим-бим-бим, и все. Ну это не так просто, понимаешь? Не так просто. Бим-бим-бим. Где он был? Где? Я видел Игоря, я видел его... Вот это самое. Где ты был? Залысину у него на голове. Не все. Ничего подобного. Залысину? Да было такое. Я еще молодой. Да не было такого. У Игоря есть залысина? Есть. Ты что, не знал? Ну ты, Игорь, конечно, вообще. А ты чё? На жопе. А ты чё, как бы тут выпендриваешь? Тебя она ещё больше, Жека. Я знаю, поэтому выпендриваюсь. Так что у него больше залысина? Да. Да. Жека вообще лысый. Ну скоро будет, да, где-то 20 лет будет. Подожди, да. Чё немного Жека осталось? Немного Жека. Я знаю. Я знаю. А Жека ж реально через пару лет лысенький. Ну я об этом же говорю. Ну что, ты издеваться надо мной? Блядь, не смешно. Не издевайся. Что ты, лысик, давай вылазь. Я не хочу. Лысик за лысик. Я вот. Дебил, он меня ударил. Кто ударил? Игорь тебя ударил. Как ты посмел? Я тебе показал. Ты опять со своими воображаемыми друзьями разговариваешь? Игорь, как ты посмел? Здесь нет. Мне здесь нет. А где Эдуарду Пересяну? А я еще что тебе скажу? Еще что? Ты придурок, мать твою. Ты это за... Ты это за... Да! Это чтоб вы не расслаблялись, я вам поддал тонус. Тонус. Не надо нам твоего тонусу. Тонусу он нам поддает. Какой еще тонусу? Эдисон выиграл, получается, да? Да. Да ты хватит, может выигрывать? Я ж смотрел сюда, как... А я вылез такой трих и все. Тебе не стыдно? Тебе не стыдно? А ну скажи мне, тебе не стыдно? Нет? Ну немного есть такое на самом деле. Вот именно. Подумай о своем поведении. Заколебал уже всех. Ну блин. Скоро записывать не будет. Ну я обещаю последний раз, пацаны, больше такого не повторится, честно. Все, все. Обещаю, ловить меня прям на слове, больше такого не будет. Лови хайп. Дорогие друзья, спасибо вам огромное за просмотр. Надеюсь, что вам этот видос понравился и вы поставите лайк. Нужно сколько Эдисон? Много лайков? Вот у меня 25 тысяч, а у Игоря много тысяч. А у Игоря пятерочку. Вот будет столько лайков, будет новая серия, обещаем, на новой карте. Следующий... Не надо, пожалуйста. Нет, успокойся. Нет. Я думал, кто-то это... Много лайков, много карты, много серий. Всем так, всем пока и подписывайтесь обязательно. Да, все ссылки в описании, на Инстаграм, да. Бабульки, привет, всем. Удачи. Хватит, дебил! Также можете посмотреть новую серию у Евгения, где я играл очень интересную роль. Поэтому можете поставить огромный лайкусик, ему также будет очень приятно.